Эй! Есть там кто-нибудь? Кто зажег свет? Я знаю, что вы там. Я знаю, что вы наблюдаете за мной. Выпустите меня! Эй! Я ничего не вижу. Что за фигня? Что происходит? Где мы? По-моему, в большой каморке. Какого черта мы здесь делаем? Если бы я знал. А ты кто? Меня зовут Рауль. А вас? Эй! Это бесполезно. Эй! Я уже пробовал. Меня кто-нибудь слышит? Если нас кто-то и слышит... Помогите! То он точно не хочет ничего делать. Было около полудня. Я работал. Вдруг позади меня появился какой-то странный белый туман. И все. Темнота. У меня такая же ситуация. А вас, кстати, как зовут? Натали. Вы актриса? Не совсем. Скажем так, артистка цирка, дрессировщица тигров. Дрессировщица тигров? Да уж, такое не часто встретишь. Они вас не обижают? Нет, все хорошо. Это настоящая профессия. Еще надо в юности научиться преодолевать свой страх. Да ладно. А вы кто? А я ученый. Я занимаюсь исследованиями, которые продвинут науку далеко вперед. Фабрикант смертельных вирусов. Я работаю на крупную косметическую компанию. Уж не из тех ли ты уродов, кто мучает животных? Мы делаем это для вас. Для вашей же безопасности. Чтобы у вас потом не было высыпаний, зуда, аллергии. Надо же проверять на ком-то живом. Я видела это по телевизору. Это чудовищно. Вы оставляете хомяков на несколько часов под ультрафиолетовыми лампами. Проверяете крем для загара. Это правда? Чтобы ты лучше загорела, дитя мое. Отрезаете голову обезьяну. Чтобы проверить, сможет ли она жить без тела. Это чтобы у тебя не было мигрени, дитя мое. Ты и вправду гнусный кретин. Так вы думаете, я не знаю, как вы дрессируете своих тигров? Вы им лапы раскаленным железом прижигаете. Это только в самом начале. А потом мои котята очень радуются, что срывают аплодисменты. Это совсем другое дело. Это точно такое же дело!
В обоих случаях животные страдают ради нашего удовольствия. Вам не кажется, что вашим тиграм лучше было бы жить со своими детьми в джунглях, а не таскаться с вами в ржавых клетках, есть отбросы и выступать перед крикливой толпой? Вы ничего не понимаете. Цирк — это хорошо. Он приносит радость детям. Так, давай разберемся. Чтобы доставить радость детям, вы мучаете животных. Логично. Но мои опыты, по крайней мере, не афишируются. Кретин. Я хочу есть. Я хочу пить. Я хочу есть. Если никто не придет, нам придется съесть друг друга. Ты думаешь, тобой можно соблазниться? А я напротив. Нахожу вас весьма аппетитной. Эй! Эй! Включите свет! Отпусти ты меня! Можно предположить, что еду нам дали именно тогда, когда мы держались за руки. И это не случайно. Позвольте поинтересоваться, вы женаты были? Да. И разведен. Потом снова женат и снова разведен. С трудом представляю женщину, которая согласилась бы с вами жить. Или вы... просто боитесь женщин? Да, я боюсь женщин. Но и мужчин я тоже боюсь. Да, я не люблю людей. Я не люблю нервных жителей города и не люблю деревенщину. Должно быть, вам здесь хорошо. Я просто пытаюсь быть последовательным в своих поступках. Я не люблю политику, я не голосую. Я не люблю детей, у меня их нет. Я не люблю собак, я их не завожу. Я не люблю телевизор, я его не покупаю. И что же тогда ты любишь? Я люблю не кататься на лыжах зимой, не стоять в пробках в час пик. Я люблю уклоняться от обязанностей надираться шампанским на Новый год. С тобой должно быть очень интересно проводить время. Я не люблю улыбаться и смеяться, делая вид, будто у меня все хорошо. Я не душа компании, это точно. Но я, по крайней мере, не притворяюсь, что счастлив. Вечером я спокойно засыпаю без спиртного, без снотворного, без наркотиков, без всех этих транквилизаторов, которые помогают выносить окружающих, а себя считать счастливым. А я люблю свою семью, маму, которая
очень вкусно готовит макароны по-флотски. Люблю неприличные шутки Артура. Люблю наблюдателей, которые смотрят, возможно, сейчас за нами. Люблю Бога, который уж точно смотрит на нас. Вы живете в очень размеренном мире. Люблю короткие минуты зрительских аплодисментов после моего номера. Даже если они аплодируют вяло, и даже если зрителей всего десяток, это мой наркотик, и это мое успокоительное. Я тоже сплю по ночам очень хорошо. А вы? Вы замужем? Я жду мужчину своей жизни. Я знаю, он где-то ждет меня. И мы с ним встретимся. Мы поженимся. И у нас будет 5. Нет, не 5. Нет, 5 детей. А как вы его узнаете, мужчину своей жизни? По первому поцелую. Как в истории про лягушонка, который стал принцем после поцелуя? Именно так. Хочется пить. Чем дольше разговариваешь, тем сильнее хочется пить. Пить. Хочу пить. Мы нашли способ дать им понять, что хотим есть. Надо придумать, как попросить у них воды. Черт возьми! Как я раньше-то не догадался? О чем? Они дают нам еду тогда, когда мы держимся за руки. Почему? Как вы считаете? Не знаю. Они хотят, чтобы мы занялись любовью. У тебя с головой все в порядке? Подумайте, мы займемся любовью, закончим этот спектакль и спокойно вернемся домой. Наталья, не бойтесь. Подойдите. Теперь поцелуйте меня. Все хорошо. Все идет хорошо. Руль, послушайте мой ответ. Нет! Ну, только в щечку. И речи быть не может. Ну, не ребячьтесь. Представьте, что это научный эксперимент. Хороший предлог. Ну, не смешно. Рауль, смотри, питьё. Поилка. Так я и думал. Это похоже на правило. Не знаю, кто его установил, но оно действует. Предлагаю довести дело до конца. Ты посмотри на себя. Ты же прививка против желания. Какая девушка захочет с тобой спать? Только баба, окончательно потерявшая надежду. Или извращенка. Ну, представьте, что я лягушонок, и пока вы меня не поцелуете, вы не поймете, превращусь я в прекрасного принца или нет. Я согласна целовать лягушонка. Но не жабу! Страшно.
Ну, что вы на это скажете? Я без чувств любовью заниматься не могу. А вы, как я вам уже сказала, полная противоположность моему идеалу мужчины. Ах, да, я забыл. Вы бережете себя для прекрасного принца. Мне ваши руки не нравятся. Для меня очень важно, какая форма рук, пальцев. Эти пальцы будут меня ласкать. А у вас они толстые и волосатые. Вы находите меня настолько отвратительным? Между нами. Когда я стояла около вас, я заметила, что у вас еще и изо рта воняет. Так, чтобы не убить друг друга, я предлагаю больше не разговаривать. Мы не знакомы, хорошо? Я уступаю вам дом, живите, и видеться нам больше не обязательно. Может, нас спасут? Или мы умрем? Вы не молчите. Я не хочу умирать. Как бы то ни было, выбора у нас нет. Нет. У нас есть выбор. Я вам докажу, что у нас есть прекрасный выбор. Просто замечательный выбор. Что ты делаешь? Я не собираюсь провести здесь с вами взаперти десятки лет. По мне лучше умереть. Подожди. Давай еще поговорим. Ой, тебе должно быть очень больно. Слушать вас гораздо больнее. Ты с ума сошел? Уйдите с дороги. Я готова сделать усилие. В любом случае все бесполезно. Мы обречены. Не будь таким циником. Ты слишком суров. Неужели у тебя вместо сердца камень? Это случилось безлунной ночью. Мне было лет 12, и каникулы я проводил с соседкой снизу. По ночам мы взбирались на вершину холма, откуда хорошо было видно звездное небо. Она спрашивала у меня, как называется созвездие. И я говорил всю ночь о космосе, о галактиках. Нам казалось, что мы крошечные,
остались одни во всей бескрайней вселенной. Потом она сказала: представь, что Земля — огромный сферический межпланетный корабль, и мы лежим на самом его носу. А потом она села сверху, прижала коленями мои руки и поцеловала. От нее пахло карамелью. А как ее звали? Эстелла. Звезда. Я подарил ей позолоченное кольцо с надписью внутри «1 плюс 1 равно 3». Однажды ее отец застукал нас в постели. Он не сказал ни слова, а на следующий день отправил ее в пансион в другой город. Я бросил школу и отправился на поиски. Мы сбежали. А потом? А потом ее сбил какой-то водитель. Одна дама говорила, что это был Volkswagen, который ехал зигзагами. Эстелла несколько часов истекала кровью на асфальте. Никто и пальцем не шевельнул. Было это 29 декабря, естественно. Все же готовились к Новому году. Этого шофера надо... Я хотел убить себя. Увы, у меня на это не хватило смелости. Я не смог прыгнуть с моста. Когда я глотал таблетки, у меня начиналась рвота. Не так-то просто оборвать жизнь. Она держится где-то глубоко внутри нас, в кишках. Я пил успокаивающее, снотворное, антидепрессанты. Это мой желудок усваивал. Я спал. Я вернулся к нормальной жизни. Я устроился на нормальную работу. Я женился на нормальной женщине. Я перестал смотреть на звезды. Я перестал даже голову поднимать. Если бы я знала. А что бы это изменило? Вы поцеловали бы меня из жалости? Мне не нужно ваше сострадание. Какая я была дура. Роль, поцелуйте меня. Здрасте, я ваша тетя. Что это с вами? Поцелуйте меня быстро. Нет. Пожалуйста. Нет. Я больше не мужчина. Я мертвец. Я умер уже давно. И давайте уже заканчивать эту трагедию. Занавес. Тогда я поцелую вас сама. Не будьте смешной. Вы же сами знаете, что не хотите этого. Теперь хочу. Даже жажду всем сердцем. Что вы делаете, мадемуазель? Я вам нравлюсь. И вы смиритесь с моими волосатыми руками и грязными ногтями? Вы сможете вынести запах изо рта?
Видишь, там звезды наверху. Справа. Что это за созвездие? Это Венера? Это маленькие белые точки на потолке. А там? А там ржавчина. А представь, что Земля — это большой космический корабль. Мы летим в пространстве и лежим на самом носу корабля. Не могу. Я ощущаю, как ветер обдувает мое лицо. В безвоздушном пространстве ты не чувствуешь ветра. Я слышу, как со свистом прилетел мимо нас метеорит. В безвоздушном пространстве нет звука. Я чувствую тепло солнца, к которому мы приближаемся. В безвоздушном пространстве тот самый принц, которого я ждала. Как в истории про лягушонка?